было хорошо видно. Оп, братишка. Халт, минен, ахтунг. Ахтунг, партизаны. Заглянул в соседний сад, там смуглянка молдаванка собирает виноград. Я бледнею, я краснею, захотелось вдруг сказать: станем над рекою соки летние встречать. Раз кудрявый клен зеленый лист резной, я влюбленный и смущенный пред тобой. Большая часть немецкой авиации уже находится не на территории Одещины. Единичные самолеты, которые оставались здесь. Испуганные немецкие войска не понимают, что это их штурмовик. Который догоняет штурмовик. Наверняка завяжется воздушный бой. Немецкий пилот просит помощи.
никакого значения. Выстрелить это так просто. Сделайте, чтобы они убежать могли, поняла? Наши военные пытаются... Тут сидел, ёбка! На волне! И требования остановиться! 47 назад, назад! Кричит немецкий офицер, но санитар обязан, он должен выполнить свой долг! Пошли дом. Вы, блядь! Он пытается оказать хотя бы малейшую, но все-таки помощь. И помни о своем доме. А ее кинули. Шальная пуля, которая попала в санитара. Пленная оставит их лежать навсегда на земле. Солдаты пытаются отобразить, отразить атаку. Но что важнее, спасти себя, технику? Участников клубов реконструкции для построения вот здесь, на этой площадке.